Ой, моя курочка уже загорела. Ой, где мое полотенце? Жопка подрумянилась. Ой, эта комната еще завтра будет доделываться. Как уже надоел этот ремонт, уже просто не хочу. Уже все переругались, уже все. Здесь вот эту комнату еще осталось один раз поштукатурить. И вот эту комнату мы уже загрунтовали. Вот. Завтра ее будут шпаклевать. Вот эту комнату уже последний раз. Завтра, я так думаю, будут делать. И эта комната уже почти готова. Ну, в общем, уже на последнем издыхании сказали, что до 9 мая мне уже все доделают. То есть, ну как доделают? Доделают только грунтовку или шпаклевку. Мне уже без разницы, как это называется. Лишь бы это было быстрее. Уже огород надо полоть, дожди мешают. Уже картошку надо окучивать. А я со своей этой работой, учебой, блин, уволюсь. Не хочу работать, мне вообще не нравится. Мы с мужем сидим, отдыхаем на нашей пристани. Закинули удочки. Ни хрена не ловит. Ну что это? Ни хрена не ловит. Ну, мы сидим, слушаем пение лягушек, птичек. Так что... ремонт продолжается. Говорят, желудок у котенка как наперсточек. А у большого кота это уже пятая рыбка. И он все ее ест и ест. Да, Василий? Вкусная рыбка. Смотри, что я себе сегодня купила. Да ладно, никто вас не трогает. Все сегодня. Утки. А, утки. В нашем полку прибыла. Ты чего? Ты что, спишь? С тобой все хорошо? А? Холочки. Чего, идите пейте.